небо с дочей думая. Голланда кирвюс, колобиус оштрюс, перьёд бери жирга болноя. Но прусу шалес, экспорной небесьес. Но прусу шалес, экспорной небесьес, под ангебес райтос иду. Значит, Минтаукс в Литве, литовец. В Аглоне у нас ставит памятник. Немножко про Миндауга. Очень много историй вижу, очень много книг интересных. Вижу, что не только на литовском языке, но и вижу на английском, наверное, кажется, была одна. Была, да, где-то была, видела. Маленький, коротенький рассказ. Ну вот достоверных сведений, когда родился, неизвестно, потому что у нас не было письменности, где была бы написана вся наша история. Мы, не знаю, как просто сказать, смотрим, что о нас писали в те времена наши каймины, соседи. Потому что мы еще своей письменности не имели в это время. Мы были, как и латыши, погонис. Да, некрещённые. Да, некрещённые без своего. Ну и вот, когда что Миндаугас родился, может быть, в 1200 году, вот здесь написано, и что он тогда хотел все литовские племена в одно государство сплотить. Угу. Вот. И литовские, да? Племена. Угу. Ну, они не литовские, балты, считаются. Балты. Но балты, да. Ведь латыши и литовцы и родня, поэтому. Не знаю, вот как правильно по-русски сказать. Ну и вот ему сражаться за это надо было. Он должен был сплотить свои племена. И он стал великим королем, и его короновали. И этого государства литовское признала вся Европа. Потому он сначала он такой должен знатный. Был креститься, вот как раз вот здесь есть его крещение. В этом изображено. Это, конечно, не аутентика, это интерпретация современного Дейлиненько, не знаю, как сказать. Да. Вот. И его жена Морта, он крестился. Это было в 1251, а потом в 1553 году уже его признали как великим королем. И Литва имеет официально одного короля, это Миндаугаса. А, все-таки один король, да, у вас. Да, ну Витаутас, он Витаутас тоже, мы его считаем как королем тоже Витаутаса, но официально он не был никогда коронован, потому что разные исторические перипетии были, это очень долго надо рассказывать. Но у него же, я прочитала, что у него короны, вот эти, которые вот в этом рисунке, они деланы были в Риге. Ну, есть, я как знаю, другую версию, что этой короны ему, как я знаю, одолжили. Даже одолжили, да? Одолжили и привезли для коронации. Ну, знаете, теперь очень много версий. Ну, версий, да. Ну, а откуда у него жена? Она, конечно, литовка. Литовка? Ну, если можно так сказать, потому что гентис и вейрос было, там, знаете, племена разные. Да. Потом все-таки Литва – это название как государство. Позже развивалось. Да. Хотя Литва первый раз в источниках письменных упомянута в 1009 году в Кведлинбургских аналах. Угу. Вот здесь как раз это было Литвы тысячелетие, да. В 1009 году. Но
Я только вот хочу вот еще вам сказать такие связи с Латвией, что у вас есть такая Цесюпилис. Цесюпилис, да. Да, так вот Миндугас там был. Угу. Ну, потому что когда была война между усобицей в Литве, и не все хотели, чтобы Миндугас был крещенным, чтобы он был крещенным государем. Потому да. что ведь была конфронтация торп католическая, да. Между теми, которые хотели креститься, и теми, которые не хотели креститься, понимаете? Да. Другие хотели, другие маленьких княжеств, князья хотели, чтобы Литва была не католическое государство, а погоническое. А, да, понимаю. Угу. Потому что латыши и вот эстонцы, они сразу были все покрещены. Угу. А в Литве, как мы имели свое государство, мы хотели дольше... Это паганические... Угу. Поганцы, типа. Да, я понимаю. Но у нас, например, в Латвии версия, что это его жена Марта, а происхождение Саглоны. Может быть. Я вот не могу так точно теперь вам сказать, потому что надо было бы почитать. И его убили в помещении, ну вот там где-то, да, около Аглоны или в Аглоны сам территории, и он там похоронен, потому в Аглоне делается памятник, ставят ему. Тематика Миндауга Лиетува, значит, где имя Миндауга, в каких книгах и в каких работах, да, где упоминается. Да. И самый известный историк, который это Миндауга о Миндауге пишет вот как раз Гудавич, вот эта книга вот в центре. Эдвардас Гудавичус очень, он и детективно, и все письменные эти рассчитанию шальтинюс, он все анализирует, и соседей. И эти письменные... Он не только как вот история он жизни, очень... он это ну, он как, понимаю, как история. Как-то, он, ну, очень хороший историк, и вот эту книгу и для убийства. Как... Я смотрю, что везде, откуда взяты эти работы, да? Вот как по-русски там называется, исторические... Литература свободы, да. Во, тут же есть вот этот словарь. Сейчас прочитаем. Ариогала есть, Аустрия есть. Аглона не упоминается. Может, она называлась тогда иначе, в те времена? А, да. Вот Эглайн. Сложно сказать, да. Да, сейчас подождите, поищем. Эгле, слово Эгле. Да. Эгле. У нас же ну тоже вот видите, там... и как... Да. Ерсика, что... Эрсике. Ерсика и Ермина это, ради. Эмбутамина это. Да. Так, посмотрим тогда ближайшие. То есть, когда была Миндаука, Аглона, да, не было не Аглона? Было, не было, да, да. Она, вот даже Литва, даже не написано по-латински Литва. Рыжить. Она в этих источниках пишется Литва. Ага. Как и наших королей тоже они называли, так как мы их трансформируем наш по-литовском языке. Ведь пишут Миндов, Квитовт. Знаете? Да. Русские по-своему писали, там крестоносцы по-своему, так как они называли. Угу. Даже есть города, которые вот, ну, совсем по-другому звучат на нашем языке и на другом, да, языке. На другом. Вот Рига и по-литовски, по-латышски одинаково, ну, да, да? Да, да? Но, например, Вильнюс мы... могли называть, да, по-иначе. Да, да. И латгальцы могли называть... Да, по-иначе, и также и Латвию, и Аглону, и эту. Естественно, Аглона не называлась, она, другое имя было. Могло быть как, Маделаны. Маделаны, Пилсканс. Посмотрим, Маделаны. Так, Маделаны. Если было бы упомянуто, Маделаны. А вот как много время проходит. Малта есть. Ведь не все, я думаю, еще... Маденен есть.
Что вы говорили? Я хочу сказать, что не все письменные эти старинные письмена, не все еще может быть очень прочитаны, и все могут историки новые найти какие-то факты. И если один факт найден, а другой есть, и если третий находят, тогда связь это выясняется. Правильно, нашли. Нашли, посмотри. Нашли через имя Маделаны, нашли 18-е какое-то там, да, видите, и упоминается, что Миндаугас, Даумант и Мортос. Угу. А Даумант кто такой был? Тоже один из князей. У нас теперь в Аглоне этот ксёнц главный, Даумант. Так у нас и Даумант будет в Миндаугас вместе с Даумантом. Видите, Мортос Вар, добрыва лайком, е из пирма Миндаугас Жвона. Тайбент, вот а что вот Даумат из Сезу? Здесь такие исторические перипетии, знаете. А вот что это Мартус? Это имя Мартус? Да, Марта. Имя Марта. Имя Морта. Морта. Да, Морта. Но, нет, я его жена. Ну, я потом и говорю, мы нашли Маделану Пилсканс, и говорится, что она идет оттуда. И я вот открыла эту, я открыла эту страницу 147-ю, и про Марту и тут рассказ идет. Миндаугас, и вот его жена Марта Сварда. Была лайком ей из непирмая Миндаугас Жвона. Ну, в общем, это его... Она другого еще жена была, не хочу об этом говорить. Нет, мы это знаем, что она была другого жена, но если находится через Маделана слово, мы нашли 147-ю страницу, и там говорится о Марте, это уже значит... Марта идет все-таки, наверное, с Аглона. Да. А там этот первый муж, это Марта не убил этого Миндаугаса? Ну да, да, да. Так они из-за женщины. Ну, это одна, я думаю, это одна из, как это сказать, прелестных. Из версий. Да, это одна из рассказов, легенд. Нет, 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 не рассказов. Знаете, как бы бывает много разных причин. Да, много разных причин. Это, я думаю, не главная причина. Ну, когда женщина, тогда на женщин можно все, все причины свалить. На Марту все свалили. Да, есть нет. Я о том, что Аглону мы не нашли, да, вот как такую, ну, когда находится имя Маделан. Маделан, да. Тогда она мы находим Маделана, Пилсканс, это место называлось, да. И мы нашли в 147-й странице, что описывается первая его жена. Вот, и вы нашли вот. Это, да. Название, это потому, название, что все, Маделана. Потому что все это связано с историческими... Вот. Видите, Маденен. Да. Это взято из какого-то документа 900 нор. Да, это вот и идет, значит, правильно, и все-таки есть связь есть. Мы проверили Маделан. Да, мы проверили по имени Маделан. На Аглону, естественно, нету. А когда через имя Маделан мы открыли эту страницу, и тут описывается о его первой жене Марте, не первой жене, а о королеве Марте потом, и она идет от этого все-таки края. Вот так, значит. Значит, пишут вы... правильно. Да, правильно. Мы истину в этой книге нашли. Марта идет из Маделанского Пилскална. Если ставят памятник, значит, это связь между Латвией и Литвой установлена уже историками. Не по разговорам, а по историческим этим сведениям, которые написаны уже когда-то были давно. Для литовца, что это Миндаугас? Это что-то? Это большой человек. Да, это Литва. Но, конечно, как-то у нас больше Витовтас, но Миндаугас это государство литовское, потому что это государство, которое признала Европа. Европа. Да. А, Миндаугас в Литву привез Европу. Нет, ну я так смеюсь. Мы вошли, мы были в Европе, но нас, ну как это сказать? Начали смотреть как на Европу, как только... Как Лигус и Лигу. Да. Да. Только тогда, когда Миндаугас вот стал королем. Потому что такие исторические были перипетии, к
крестоносцы, ливонцы и так далее. Ведь вы знаете сами, как латыши, что нас хотели поработить, крестоносцы. Угу. Да, это история. Ведь все-таки Литва хотя бы государство имело, а латыши и эстонцы были поработены. И мы вот, я как теперь как говорю, что вам интересно, что вы имеете очень старинных памятников исторических, но построенных крестоносцами там, наверное, ну да. И вископы у вас там были уже католические, и магистры, а мы так все время сражались с ними. А Миндогас, когда уже сделал государство, сплотил, его признали, он крестился. И, может быть, мы это выиграли время, чтобы Литва и литовцы остались и сохранили свой язык. Может, и латыши на нас так посматривали, но если так гипнотически поговорить, можно тут... Конечно. Все-таки литовцам это имя знакомо, очень знакомо. Очень знакомо, и... да, и очень много людей, которые такие имена имеют. А вот как вы думаете, как поменяется жизнь в Аглоне, когда поставят памятник Миндаугасу? Не надо нам, надо будет надписи на литовском языке уже надписи ставить в Аглоне, чтобы поток туристов с Литвы пойдет, как сказать, ехать и смотреть на памятник своему королю, который вел... Мы ну, имеем ему памятник. А в каком месте? В Вильнюсе. Паша, Вильнюс, центр, а Зобену, Вильня, Аплен. Йо, прежде мотинес. Ну так вы, как вы сказали, что... Ну как... Теперь, ну, поставят памятник Миндаугасу, и много поедет людей с Литвы посмотреть поедет, на... Я думаю, поедет, которые ближе к вам живут, а те, которые ездили, и ради этого поедут. Но я думаю, все, которые едут в Латвию, если берут этот кусок, когда едет к морю, или вот, конечно, заезжают. И почему вот, кто у вас инициатор был этот? Ставит памятник. Историк, и он вместе, он организовал такую группу, которая поддерживает эту идею. И тогда началась эта идея облачаться тоже денежками, потому что это на памятник, это деньги идут с Литвы, литовский народ собирал денежки. И был даже конкурс на памятник, и победил литовский архитектор Телнекс, и сделал, и этот памятник делается в Вильнюсе. Его вот привезут тогда в сентябре в Латвию, в Аглону и поставят. Ну, я думаю, а в Аглону что... уже там, как говорится, уже начались эти работы, которые, ну, чтобы поставить этот памятник. Ну, я думаю, все-таки это... Лучше может ставить, потому что, ну, я думаю, так мы уже родные латыши и литовцы будем, может, еще роднее, потому что еще вот какой-то исторический объект нас еще свяжет. Ну вот будет интересно поехать посмотреть этот памятник, правда. Ну вот приезжайте в сентябрь, будет памятник открытия, и тогда приезжайте в Аглону. Памятник не... Ну, если приеду, и вас найду. А нас там очень легко найти. Да, приезжайте, находите нас, и вы... Какой день будет это? 22-го, наверное, сентября, кажется. Ну, тут праздник. Балтуапия, ну, аж она сдена. Это, мне кажется, для Литвы. Одинаковые ночи, день сравняется, да? Еще, я думаю, по астрологически тоже... Мне кажется, осень начинается. Нет, это сравнивается день с ночью, когда бывает и в марта 22-го, и в сентябре 22-го. Да, да, это может даже как символически может это что-то значит. Может быть, да. Может, это так продумано. Да, да. Ну, вот так. Небольшое вам спасибо. Вам тоже спасибо. Наша часть, она ближе к Литве по менталитету, потому что мы там доминирующее большинство католики, да? И у нас диалект очень похожий на литовский. И вот, допустим, я не знаю, у меня таких корней нету литовских, но у меня фамилия Грыжулис. Ну, у нас даже политик такой есть. Я знаю. Очень красивая фамилия, от слова красивый. Грыжулис.
Свое крещение литовский король Миндовг сделал разменной монетой в политической игре. Князь склонял голову и просил окрестить его по обряду Западной Церкви Христовой. И это несмотря на то, что уже был крещен в православии. Любви он добивался силой, а власти – хитростью, расчетом и жестокостью. И желавших отомстить Миндовгу скоро стало слишком много. В итоге близкий соратник Миндовга жестоко расправился не только с ним, но и с его детьми.